Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 381. Задание состоит из трех вопросов. Вопрос первый. Одно из слагаемых увеличили на 19. Как следует изменить второе слагаемое, чтобы сумма не изменилась? Для того, чтобы ответить на вопрос задания, мы рассмотрим конкретный пример с двумя слагаемыми. Пусть первое слагаемое 25, а второе 20. Сумма этих слагаемых равна 45. Теперь одно из слагаемых мы увеличим на 19. Посмотрим, как изменится сумма. Ну, первое слагаемое остается без изменения, а вместо второго слагаемого мы напишем 20 плюс 19. Что получилось? Первым выполняется действие в скобках. В скобках получается 39. Затем нужно к 25 добавить 39, и мы получим 64. Таким образом, сумма увеличилась по сравнению с суммой 45, увеличилась на 19 единиц. Тогда мы поступим следующим образом. Мы вместо первого слагаемого возьмем такое слагаемое 25 минус 19. Ну, а второе слагаемое у нас по-прежнему увеличено на 19 единиц. Найдем сумму этих слагаемых. Вычисляем в первой скобке. Первая скобка – это 6. Во второй скобке – это 39. 6 плюс 39 равно 45. Как видим, получилось 45, то есть сумма наша не изменилась. Тогда как следует изменить второе слагаемое, если одно из слагаемых увеличено на 19 единиц? Второе слагаемое тогда нужно уменьшить на 19 единиц. Вопрос второй. Вычитаемое уменьшили на 47. Как следует изменить уменьшаемое, чтобы разность не изменилась? Вычитаемое, значит, речь идет о вычитании. Тогда возьмем, например, уменьшаемое 100 минус вычитаемое 50. В данном случае разность равна 50. А теперь, как сказано в условии, вычитаемое уменьшили на 47. Что тогда получится? 100 уменьшаемое без изменения. А вместо 50 мы запишем 50 минус 47. Что получится? Ну, 100 записываем, дальше минус. Вычисляем в скобках. В скобках у нас получается 3, значит 100 минус 3, и это будет равно 97. Как видим, разность увеличилась на 47 единиц. Тогда мы поступим следующим образом. Мы из уменьшаемого вычтем 47. То есть вместо 100 уменьшаемое мы изменили. Мы уменьшаемое уменьшили на 47 единиц. Так, ну а вычитаемое тоже уменьшено на 47 единиц. Что получится? В первой скобке мы получаем 100 минус 47 – 53 минус. Во второй скобке мы получаем 3. 53 минус 3 – получилось 50. Вот 50 и здесь 50. Таким образом, если вычитаемое уменьшить на 47 – то нужно и уменьшаемое уменьшить на 47. Вопрос третий. Уменьшаемое увеличить на 26. Как следует изменить вычитаемое, чтобы разность не изменилась? Ну, давайте рассмотрим тот же пример. 100 минус 50. Разность равна 50. Уменьшаемое увеличили на 26. Тогда вместо 100 мы запишем 100 плюс 26, то есть уменьшаемое увеличили на 26, минус 50. Что получится? В скобках у нас 126 минус 50, получаем 76. Разность увеличилась на 26 единиц. Так, теперь мы поступим следующим образом. Мы тогда увеличим вычитаемое. Значит, уменьшаемое у нас увеличено на 26 единиц, а мы точно так же увеличим вычитаемое. То есть вместо 50 запишем скобку 50 плюс 26. Тоже увеличим. Что у нас получится? В первой скобке 126
минус во второй скобке 76. Разность равна 50. Ага, в этом случае разность наша, она была 50, она не изменилась. Значит, если мы увеличили уменьшаемое, то нужно увеличить и вычитаемое. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.